вот в Саратов. Вот сегодня на ПДС Михаил Исаев предупредил как бы горожан, собравшихся, о том, что в период заполнения системы не исключены ситуации, когда начнутся аварии в Саратове. Вот у меня в связи с этим два вопроса. То есть, как вы прокомментируете вот это его опасение? И второй вопрос. Не изменит ли ситуацию концессия в Саратове? В каком состоянии сейчас находится вот переговоры о концессии? Давайте по порядку. Михаил Александрович, наверное, скорее, учитывая опыт прошлого года, когда именно при развороте топ-сезона вылезла масса повреждений на водах уже дома. Там, где есть зона ответственности управляющих компаний, там, где есть зона ответственности в чем-то муниципалитета, которые мы гидравлику проводим обследование сетей, но как раз до вводных задвижек дома. История, которая уже ближе к дому, она в какой-то степени, наверное, нами не полностью прогнозируется, да? И такие события, они могут иметь место, но это скорее на сегодняшний момент единичное, потому что все-таки опыт прошлого года мы учли. Мы такие участки для себя в этом году более тщательно, по крайней мере, проверили и проконтролировали, и постарались максимально задействовать гидравлических испытаний и подключить управляющие компании, в чьей зоне ответственности это находится. Поэтому, ну, скорее, наверное, какое-то опасение за опыт прошлого года, но надеюсь, что все-таки опыт, какой бы он ни был, он идет на пользу. Вот. Про второй вопрос, в каком состоянии. Ну, на сайте сейчас опубликовано концессионное соглашение в городе Саратов, вернее, наша инициатива, да, и она в соответствии с законодательством должна 45 дней на этом публичном пространстве вывесится, чтобы понять, что кто-то еще желающий не зашел со своим предложением. Срок этот в начале октября истекает. Вот, на сегодняшний день такая ситуация. Спасибо.